что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровища? Хочется верить. Скоро вернусь. Удачной охоты. Извините. Бы кто их сделал? Похоже, они отмечают путь. Смотрим внимательно. Вижу впереди руины. Сидите здесь, пойду гляну. Так что, Виктор, ты все еще много путешествуешь? Стараюсь. Выбираю дела, которые отрывают меня от компьютера. Ха, я тут говорил Нейту. Поразительно, что наш бизнес переехал в интернет. Наверняка сейчас есть куча способов сбросить горячий груз. Да, но я люблю говорить с клиентами лично. Так надежнее. Это сложно сделать в чате, общаясь с мастером-антикваром 37. Да, понимаю.
Здесь смотреть не на что. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. Каковы шансы попасть под извержение? С нашей-то удачей. Нулевые. Он потух. Поверь, я первым делом прочитал все про состояние вулкана. И где взять на прокат дешевый внедорожник? Салли, не могу поверить, ты искал? В интернете? Ну не все же одному тебе быть всезнайкой. Камней больше нет. Вообще-то называется Каэр. Знаю, мне слово не нравится. Оно странное. Кар, Кари, Каир. Нет, мне не нравится. Как-то ненадежно. Забраться на мост. Пойдем к мосту.
Вот это вариант. Ну, моя ласточка. Давай, 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 давай! Залез! Так, Нейт, только бы не свалиться. Помедленнее. Держись, посиди. Да, я понял. Советчику помоги. Нормально. Все в порядке. Вперед и вверх. Мы тут застряли. Подложи что-нибудь. Я разобрался. Вот так. Нет, поворачивай. Идите здесь. Найди что-нибудь хорошее. Погнали. Держитесь, парни. Господи, моя спина. Thank you.
Я на разведку. Пропустите. Дышит. Кто-то здесь был. Эй, посмотрите на холм. Там какая-то башня. Это радует. О чем вы там в прокате спорили? О, твой брат настаивал на внедорожнике с лебедкой. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Эй, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Он так явно запал на тачку, что цена удвоилась. Она все равно бы удвоилась. А я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Вон там, возле устья. Держитесь. Давай помедленнее. Да. Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эвери и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Кто знает. Ради сохранности. Их же преследовали англичане. Ну да, может, Эвери помог им исчезнуть? Он уж точно умел прятать ценности.
Пошли заглянем в башню. Я с тобой. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да, ее точно построили во времена Эвери. Сэм, смотри. Это знак Кристофера Кондента, капитана огненного дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Кора содрана. К дереву что-то приматывали. Ты же знаешь, в машине есть лебедка. Серьезно? Я не знал. Что будешь делать? Еще не придумал. Вот так. В самый раз. Тоже было весело. Холм крутой. Ну, готовы? Попробуй.
Поехали. Спокойно. Спокойно. Видишь, Салли? Лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один холм. Пока на себя не окупишь. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я буду радоваться большим. Полюбуйтесь, Джек. О, потрясающе. Только представьте, вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетения. А бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет, 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 они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем неплохо. Уже 100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звездам. Эй, знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да? Ну, все равно это очень долго. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звездам. Эй, знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да? Но все равно это очень долго. Парашюты! Ну ты полюбуйся. Черт, стой, стой! Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт?
Сейчас разберемся. Вроде все. Зараза. Рейфен один пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой. Thank you.
господи, инфраструктура у этих пиратов ни к черту. И как выбираться? Есть одна осталась. Штука, да? Я был не против лебедки, а против вымогательства. Черт! Салли, как хорошо ты знаешь Надин. А что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громил? Ну да, как же. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Так что у Рэйфа преимущество. Смотри, наемники. Да, они пригнали серьезные силы. Очень близко подобрались к вулкану. И я об этом думаю. А что, если они уже нашли сокровища? Ну смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Да, ты прав. Эй, Сэм, хочу тебя спросить, чем ты занимался в тюрьме? Ну, знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. И что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Севери и другими пиратами. На всякий случай. Ну, знаешь, я читал, отжимался, старался не лезть в разборки между бандами. И еще много думал. В общем, это все. Сэм, если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Я пытался. Просил его отправить тебе письмо, до востребования. Я его не получил. Потому что начальник засек. Да, я круто спалился. И того охранника уже больше не видел. Господи. Но отомстил, когда начальник решил посадить меня с Алькасаром. Все вышло не так, как он ожидал. Я, кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Алькасаром. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских гравюр. Ему нравились сёгуны и все такое прочее. Алькасар был посредником. И какой? Тихий, но напряженный. Словно может взорваться в любую секунду. Ну, значит, он не изменился. Я забрал деньги и свалил к чертям. Короче, пират заходит в бар. Ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бармен ему говорит: эй, штурман, разворот. А пират ему в ответ: разворот, яйцеворот. А мне нравится. Я тебя сейчас высажу.
наемники что-то нашли. И спеша. Ладно. Смотрите-ка. Что это? Круто.
Отсюда, наверное, видно весь Кингс Бэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. Смотрите, за холмом еще одна башня. Наемников видишь? Сложно сказать. Вот это вид. Я все жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это все похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Ну да. Похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Подъемный мост средневековье. Ну, такой мост не пускает к тебе незваных гостей. И защищает сокровища. Ступени обвалились. До рычага никак не добраться. Поищу, на что можно встать. Осторожен. Эй, парни! За мостом стоит огромная башня! Высоченная! Есть! Сэм! Срочно добраться!
Справишься? Угу. Ну, до скорого. Я подгоню машину! Отдыхайте! Я справлюсь! Ой, ну ладно! Ручка там откуда? Дай держать, парень! Стоп! 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 Наемники! Сейчас опустим мост. Попробуем еще раз. Вот так. Большая башня на вулкане. Похоже, финал близок, а?
сюда столько денег, но вот что ему стоило сделать перила? Пойду осмотрюсь. Так, сколько ты должен, Альгаса? Половину. Половину чего? Ну, он знает только про Ганг и Савай. То есть про 400 миллионов? Да, но если Нейт прав, то сокровищ тут будет еще больше. Ну, сказал бы ему 200 тысяч. Твой партнер не должен знать, какой у тебя навар. Я и не думал, что он станет моим партнером. Так, найдем клад, заплатим этому психу и все равно разбогатеем. Поверьте. Ugh.